Здорово, мужик, на связи Шамшурин. Мы едем с одной замечательной девушкой в Москву по трассе из Самары. И вот что-то мы заговорили о том, что работа на дядю — это бред, да, потому что она тоже работает на себя, она тоже в некотором смысле инфобизнесмен, она занимается астрологией. И, в общем, тут я сижу, вспоминаю просто, как я работал на дядю. Какие-то моменты такие стрёмные. Почему это на самом деле ужасно? Потому что ты просто за какие-то деньги, причем деньгами это не назовешь, скорее даже за стабильность. Многие прикрывают словом стабильность. То есть за эту стабильность ты как бы продаешь свое время, свои там какие-то, не знаю, свою свободу, свои ресурсы, не знаю, можешь засунуть себя в зад свои амбиции и так далее, потому что ты должен слушать, что тебе говорят и так далее. То есть для меня, что было работой на дядю для меня, что это такое, в моем понимании. Я много где работал, было очень много разных мест, интересных, неинтересных, и всякими там менеджерами, не менеджерами, там и на пивзаводе, и на макаронной фабрике. То есть я сейчас говорю о той работе, которая интеллектуальная, то есть отбросим там работу на стройке где-то еще. Я говорю о той работе, которая требует там какой-то коммуникабельности, там, каких-то выполнений планов, чего-то еще. Для меня самое худшее было работать в продажах, потому что как в продажах есть план. Если руководитель не настолько грамотен, чтобы платить какие-то большие проценты, что-то в этом духе, а у тебя какой-то маленький процент или оклад, то это вообще на самом деле очень стрёмно и ужасно. Почему? Потому что, что я хотел сказать здесь. Во-первых, с точки зрения организации, я никогда не любил, когда меня ограничивают в свободе. То есть я всегда был свободным человеком. Для меня было стрёмно, когда я не мог ходить рано утром на работу. То есть когда я опаздывал, меня все время там отчитывали, заставляли писать какие-то объяснительные и прочее за то, что я опоздал. Ну, это какой-то бред. Второй момент. Я никогда не любил выглядеть как все, там даже в школе я не любил школьную форму. И получается, что когда на работе есть некий дресс-код, меня это вообще убивает просто. И на одной из работ у меня был дресс-код даже по прическе. То есть до меня все время докапывался наш финансовый директор, что: «Володя, ты когда пострижешься?» Я ходил такой кудрявый, лохматый, короче. «Ты когда пострижешься, ты когда причешешься?» и так далее. То есть меня всегда это все бесило и вымораживало. Я никогда не любил корпоративы, потому что мне и так эти люди были неприятны, потому что их мышление уже тогда было не близко, потому что они думали, что так и должно быть. Они были винтиками в этой системе, их ничего не напрягало. Я уже тогда понимал, что что-то не так. Вот, и как бы эти люди как бы сплочались там коллективом. Ну, может быть, как бы это и правильно, но для меня это было дико. И как бы мне они надоедали уже на работе, и чтобы с ними идти куда-то еще бухать или праздновать какой-то праздник, который я могу лучше посидеть со своими друзьями. То есть для меня это всегда было дико. Я никогда не любил корпоративы, всегда пытался от них отмазаться. И еще больше бесило то, что когда тебе начальство говорит, что ты должен делать это в обязательном порядке, что вот всем быть, да, и типа вот и никого это не волнует. Вот. И по поводу самого плана. У нас был такой чувак, Саша, там, когда работал в «Маяке», продавал металлопрокат. Это один из сотен примеров, там, из десятков примеров моих там и моих каких-то знакомых. И ему ставился такой план каждый месяц. Он был передовой менеджер, потому что он сидел на том телефоне, который был первый в рекламе, и через него проходили куча заказов. Вот, и ему все время ставили какие-то нереальные планы. Я помню его лицо на планерке в конце месяца, когда он, порвав жопу в нескольких местах, выполнял этот план. Получается, да, и как бы прикол в том, что все равно ему говорили: чувак, ты молодец, но мы в тебя верим настолько, что вот в следующем месяце план будет там на 2 миллиона больше. У него там была какая-то тихая истерика в стиле того, что: как так, я же вот эти еле смог, там, да, ну пощадите, да, зачем? Говорит: ты смог, значит, сможешь еще. Хотя там работа у него была реально на грани нервного срыва, ему доставили еще. Это реально такая просто... Ну, ощущение было, что какая-то загнанная лошадь, загнанная собака. И так работали все. Если ты этот план не выполнял, тебя жестко дрючили во все места, морально, физически, на ковре у директора. Но прикол в том, что как бы зарабатывая этот план, он получал какой-то бонус, там, ну, допустим, в виде 5000 рублей к своей зарплате в 30.
То есть вот, и как вот это было вот его жизнь. То есть, в то время как его фирма, ну, наши руководители, допустим, на выполнение его плана зарабатывали там лишних там 10-15 миллионов рублей. Вот такой бред. И прикол в том, что когда он работал там, ему одна женщина, директор конкурирующей фирмы, она ему предложила, типа, давай, чувак, ты будешь сливать мне заказы, короче, вот. Но и будешь получать с каждого там, вот с этого там, с денег за заказ там 50%. Чувак мог обогатиться. Я, конечно, понимаю, что, может быть, это честно, нечестно, да, но в наше время стоит вопрос выживания, и, наверное, каждый из вас сейчас подумает, что я бы, наверное, согласился. Вот, чувак отказался, ну, порядочно оказался, да. Как бы я коммунист, да, я честный, все классно. При этом, как бы, встретив его там через пару лет, выясняется, что этот же парень работает уже не в Маяке, а на эту вот конкурирующую фирму, на эту тетку, но работает там обычным менеджером. То есть ему предложили тогда классные условия, на которых он мог там за год себе заработать на квартиру. Но чувак отказался. Вот такие вот приколы случаются в жизни. То есть и, ну, как бы, вот вся эта система меня всегда вот как бы выбешивала. То есть они все прикрываются стабильностью, они все ноют, что у них все, все плохо в жизни, что директор пидорас, что так и сяк, но вот при этом, когда но ты... Но что-то поменять духа не хватает. Да, то есть, понимаешь, потому что, ну, нужны же яйца. Да, вот об этом говорит девушка, да, у которой хватило духа в свое время. Вот, и получается, что как бы они не ныли, человек в любом случае привыкает, для него комфортно. Даже если человек живет в какой-то там, не знаю, в тюрьме, да, какое-то время, его мозг к этому адаптируется, ему становится там комфортно. Почему многие зонщики какие-то, которые прожили 20 лет там, ну, в зоне, они выходят, они специально кого-то режут там или грабят, чтобы вернуться туда, потому что я отчасти могу их понять. Потому что человек не адаптирован к этому другому миру, он уже не может без этого. И суть в том, что, ну, что про этих чуваков? Да, стабильность. Какая стабильность, чувак? То есть тебе исполняется 40 лет там или 50, не знаю, закрылась фирма или что-то еще, тебя просто взяли и уволили к хренам собачьим. Но когда тебя уволили в 25 или в 30, да, и еще можно найти работу, но когда тебя уволили в 40 или в 50, кому ты нахер нужен? Вот такой прикол. И плюс как бы вот в одной из этих фирм, где я работал, был момент, что как бы, ну, карьерного роста, который все обещают, его в принципе не было как такового, просто не было. Хотя все говорят карьерный рост, потому что все руководящие посты занимали люди почему-то с одной фамилией. Вот как-то странно вот даже, да? То есть, ну, там было две фамилии, то есть, получается, там жена и муж типа того. И вот как бы все их родственники работали на руководящих постах. Тебе можно было ничего не ждать. Что было для меня последней каплей? Я работал в такой компании, Newton Systems, я не знаю, я думаю, что она уже давно развалилась. Ну, не потому что я им желаю зла, а потому что люди не умели строить бизнес. В России без откатов бизнес не построишь, в принципе, строительный. Они продавали высококачественные собственного производства под вентфасады какие-то подсистемы, то есть железки для стройки. И у них был принцип, мы не работаем по откатам вообще никак. То есть я был их представителем в Самаре. И как бы прикол в том, что... что хотел сказать... Как бы как рынок строителей в России существует, то есть строители берут самые дешевые материалы, но если никого не брать Москву там, и где их реально дрючат, я говорю периферии, область, какие-то, может быть, неважные объекты, какую-нибудь заправку там надо сделать ей фасад, строители берут самые дешевые материалы, плюс еще как бы берут откат, ну, чтобы вот купить именно у этой фирмы, втыкают их, лишь бы только прошло пожарный контроль, лишь бы только прошло какой-то там строительный контроль, все, подписали везде там все на взятках. То, что это здание как бы наполовину обвалились, блин, надо было 60, наверное, ехать, обвалились все эти там, весь этот вентфасад, это уже никого не волнует, то есть вот работает вот так. Эти парни были принципиальны, у них была дорогая система, но суть не в этом. То есть там, вот я смотрел, как они прошивают людей. То есть, знаете, наверное, такую штуку, когда люди приходят на работу и поют гимны, короче, в своей работе. Ты не знаешь такую хрень? Я знаю, это вообще трэш просто, блядь. Для меня это вот как для свободного человека, это просто... Я знаешь, первый раз, когда увидела, была очень... Короче, да, и такое есть. Причем я слышал даже, что когда люди приходят в офис, их заставляют там, допустим, петь там гимн работы, да, или ты там работаешь в супермаркете, и там везде постоянно играет гимн там этого супермаркета, там Эльдорадо, что-нибудь еще там, Трансайр, не знаю.
Вот. И, короче, некоторые чуваки на это ведутся, их мозг прошивается. Такое ощущение, что этих людей чипируют. Их превращают в зомби, который работает на чужую систему. На чужого дядю. И у меня было пару примеров, когда... Причем эти чуваки гордятся вот тем, что они дивизиональный менеджер там или территориальный менеджер. Он вот эту визитку показывает тёлкам и говорит, я крутой, я там какой-то там субдивизиональный суперменеджер. На самом деле ты еблан, который зарабатываешь 30 тысяч в месяц, да, или 20, и тебя просто во все щели имеет начальство. То есть, и у меня там был прям пример, когда я видел, что девушка одна, работающая менеджером, она прям... То есть чуть ли не до нервного срыва, чуть ли не до пены изо рта, она уже вся такая еле стоит и отчитывается начальству, говорит, я все равно их дожму, я все равно им продам, там, я их все равно... То есть, и прикол в том, что я видел по ней, что она это говорила не для того, чтобы начальство сейчас как бы там задобрить, а потому что у нее действительно было это в глазах, то есть ее настолько прошили, что она готова была на чужую систему порвать жопу просто. И вот это вот... Непонимание, которое вот у людей сейчас в основной массе, да, сейчас может быть... Отсутствие осознанности. Причем в последнее время стало как-то вроде ну, больше это вылазить, да, то есть понятно, что есть там бизнес, есть какие-то еще штуки, вот. И последней каплей моей вот работы в этой фирме и вообще работы на дядю было то, что когда я приехал в Нижний Новгород на корпоратив, наш коммерческий нажрался, и начал орать, вот цитирую, он говорил, давайте ебошить на нашу компанию, прям вот именно так. То есть, и все говорили, да, я, не знаю, меня это окончательно выбесило, я приехал в Самару, подписал бумагу, что я увольняюсь и все. А тогда начался какой-то первый кризис, не вот этот, а до этого, который был, особенно в строительстве. И нам еще начали задерживать зарплату, и когда я своему старшему вот говорил, там, чувак, где моя зарплата? Вот тоже по поводу прошивки людей, да, люди как будто бы работают даже не за деньги, а за чужую идею, вот в этом вся их ошибка. И как бы прикол в том, что чувак мне отвечал, говорит, слушай, ну мы все в такой ситуации, потерпи, ну мы же все. Я говорю, я не знаю, как все, я не хочу работать за бесплатно, я работаю за зарплату, вы там за идею. Он говорит, ну подожди, ну мы все в таком положении. Вот это меня всегда бесило, короче. То есть какой-то такой прикол, что я хотел еще сказать. Что скажешь вообще? Могу сказать, что важно выходить из зоны комфорта. Только это способствует, в принципе, развитию, успеху и всем прочим моментам. Да, людям же комфортно, понимаешь? То есть, не знаю, я вот как-то ехал в автобусе тоже в Самаре еще давно. И такой прикол был, что какие-то... Там, правда, это... как бы женщины были, но суть-то была вся, в принципе, та же самая. Они стоят и на весь автобус разговаривают, какой пидор их начальник, как вот он их оштрафовал, как вот все плохо, какой же он мудак. То есть людям всегда, ну, как бы, привычнее обвинить кого-то в том, что у них в жизни что-то не срослось, там, правительство говно, да, там, начальник такой сякой, там, сосед у меня мудак, там, и так далее, потому что так проще жить, так проще объяснять свое бездействие. Если что-то не нравится, да, то есть, не знаю, возьми, поменяй, устройся на другую работу, где не будет начальник мудаком. А еще я вспомнил такой момент, когда два чувака тоже ехали, молодые парни, там лет 25, в автобусе и разговаривали про льготы какие-то на пенсии. То есть, что-то вот у меня к пенсии будет такая-то льгота. Я это слушал, у меня уши в трубочку, это реально прикол, у меня уши в трубочку заворачивались. Какая в жопу пенсия? Ты до нее, может быть, даже не доживешь, чувак. А учитывая, простите меня, там, ребята из правительства, то, что происходит в нашей стране, не факт, что твоя пенсия будет там больше 5000 рублей. Моя мама 30 лет проработала в библиотеке, у нее пенсия 7000 рублей, если говорить о пенсии. То есть, ну, стаж. И вот эти парни молодые, 25-летние, разговаривали о льготах каких-то там в 500 рублей и о стаже. Это вообще прикол. И как сказал Джим Рон, если вы хотите сменить место, изменить его, вы же не дерево. Ну да, кстати, очень прикольные слова. Короче, ребят, вот такая тема, не знаю, такие мысли пришли просто, потому что, ну, это утопия. Я понимаю, есть топ-менеджеры, есть действительно какой-то карьерный рост, какие-то хорошие компании, где можно пробиться, потому что не все могут стать бизнесменами. И вот в чем сейчас ошибка, наверное, такого политического больше воспитания
как это называется, не политическое, а, наверное, какое-то социально-духовно-политическое воспитание молодежи, что сейчас нам вот, ну, неправильно все это преподают, продают через СМИ или через что-то. То есть сейчас говорят, что, ну, типа, там, не модно быть там рабочим, да, модно быть бизнесменом. То есть если ты работаешь на заводе и подходишь к тёлке и говоришь, что я работаю на заводе, да, возможно, некоторые девушки отнесутся к этому с каким-то, с какой-то долей скептицизма или с чем-то еще. И я их тоже могу понять, потому что кому хочется жить плохо, когда жить хорошо. Но то, что у нас сейчас не модно трудиться, да, модно быть типа успешным, это тоже не есть правильная штука, это как бы тема отдельного разговора. Просто, то есть, да, стремитесь к тому, чтобы найти свое. Я об этом уже говорил не в одном своем видео, что, в частности, я говорю про мужчин, потому что канал так или иначе заточен под мужиков, что у женщины своя миссия там по жизни. Это, пусть она, ну, об этом сейчас говорить не будем. Но мужик, как бы, у каждого мужчины есть свой талант от природы. Я в это верю, я в это свято верю. Кто-то может классно крутить гайки, кто-то может классно рисовать, кто-то может классно продавать. Не знаю, классно там что-то делать своими руками, классно вести переговоры. То есть, и важно найти свой талант и заниматься этим. Просто я в свое время, вот когда уволился с этой Newton Systems, я сжег мосты. Мне некуда было идти. И тогда было несколько лет очень тяжелой жизни, потому что я перебивался всякими там, там-сям зарабатывал на стройке, не на стройке, там продавал окна, продавал арбузы, но я работал на себя уже тогда. Хотя это было тяжело, иногда я сидел вообще без денег. Мосты, может быть, жечь не надо, надо просто найти то, чем бы ты занимался, если бы у тебя было столько денег, чтобы тебе о них не надо было думать. Вот спроси себя, чем бы я занимался. И попробуй параллельно заниматься этим в кайф, и оно рано или поздно начнет тебе приносить деньги, ты начнешь это монетизировать и будешь на этом зарабатывать. То есть, да, желательно найти свое в жизни, только тогда ты будешь счастлив. Но по поводу бизнесменов, да, то есть здесь тоже есть ошибка, что многие люди вот сейчас, особенно, ну, парни из бизнес-молодости, они вообще молодцы и красавцы, да, я о них уже как бы не первый раз говорю, но есть некий негативный момент, что не все люди воспринимают это так, как надо. Многие просто думают, вот сейчас я возьму, там, не знаю, начну заниматься бизнесом, начну продавать китайские тапки, возить из Китая, и все будет круто. Я бизнесмен, это классно, это... То есть то, что бизнесмены, которые добились чего-то в жизни, работают реально без выходных просто, там, на протяжении нескольких лет, они херачат, там, ну, очень много и долго, и там стрессы, всякие там взлеты и падения, то есть об этом никто как бы, ну, не говорит. Бизнес — это тяжело. Но здесь и игра стоит свеч, да, потому что совершенно другие ценники, совершенно другие деньги, совершенно другой доход. Причем есть же такая история, да, когда чувак, один занимаясь бизнесом, говорит другому, что а что ты займись, ты же там умеешь делать что-то хорошо, я не помню, что он имел в виду, что ты умеешь делать хорошо. Он говорит, ну да, пару лет поработаешь, но потом ты будешь пожинать плоды своего труда. Он говорит, ну блин, это же надо целых 2 года вкладывать, это же надо работать, это же надо вот 2 года времени и ресурсов тратить. Вот, и получается так, что они встречаются через 2 года, эти чуваки опять, и тот, который был бизнесменом, он еще больше поднялся, а этот все так же. Говорит, чувак, вот ты бы за это время сейчас уже смог бы, ну, понять, о чем я говорю. А ты просто так же сидел, держался за свою работу. Ребят, не держитесь за нее. Понятно, что сейчас кто-то, живя в какой-то там, не знаю, в Украине, зарабатывая 5000 в месяц или в каком-нибудь там Ульяновске, да, в Ульяновске, привет, скажет, вот тебе нас сложно понять. Ребят, нихера не сложно понять. То есть, ну, есть видео «Моя история» у меня на канале. Посмотрите его еще раз, чтобы... Понимаешь, что на самом деле я знаю, что это такое. Ну, как бы, вот какие-то такие мысли. Что-нибудь хочешь добавить? Да, ты все сказал. Самое главное – верить в себя, идти за целью, несмотря ни на что. Это определяет силу характера, силу духа. И только это может сделать нас счастливым. И по поводу, кстати, целей, что, да, вот весь прикол в том, что иногда о чем-то думаешь, да, зарабатывая 10 тысяч в месяц, думаешь, вот бы мне там, не знаю, машину за миллион, да, и ты думаешь, это нереально. Я могу вас понять, ребят, потому что, ну, как бы мозг-то, он устроен так, что он думает логически, да, как так. А с другой стороны, вы просто попробуйте представить, что вот, а вдруг случится чудо. Нарисуйте, не знаю, там, наклейте эту цель куда-то на стенку, напишите ее на бумаге, но об этом мы еще отдельно будем разговаривать. Вот, и вот у меня куча подтверждений в моей жизни того, что иногда случаются какие-то чудеса, когда ты думаешь, что логически я к этому прийти никак не мог.
но случилось чудо. Вселенная послала каких-то людей, какие-то события, какие-то ситуации. Раз, и у тебя вот эта машина там или какая-то любая другая твоя цель. Ну, как-то так, ребят. Хочу еще сказать, что Иисус сказал такую вещь. И по вере вашей, да будет вам. Во что верите, то и получите. Все желания исполняются всегда. Плохие они или хорошие. Поэтому фильтруйте свои мысли и понимайте конкретно, что вы хотите. И тогда оно будет. Без вариантов. Ну, как-то так, в общем. Такие мысли. Счастливо.